родители и все общество в целом дало ему возможность понять, что он нужен своей родине, как воин. Поэтому он принял решение пойти служить по контрактной службе в ряды вооруженных сил Российской Федерации. Память о Юре сохранится в наших сердцах, как студентов, так и преподавателей, поскольку мы его всегда помнить будем. В нашем техникуме открыт музей исторический, военно-патриотический музей «Память».